Молдова очень красивая страна, и мало кто об этом знает. Поэтому мы решили показать всему миру и прежде всего своим землякам самые классные ее локации. Смотреть на них надо не только с экрана телефона, а еще и вживую, так что самые шустрые зрители будут награждены. Первый, кто приедет на место съемок, найдет капсулу с деньгами, а поделившиеся роликом в соцсетях еще порцию призов, отсюда и название проекта. Ебанулся, что в переводе с простого разговорного молдавского «возьми копеечку». Пока вы настраиваетесь на позитивчик, мы едем в следующую точку нашей страны. У нас лучше, чем в Турции. Здесь круче, чем в Арабских Эмиратах. Купаться можно. Парк Лайзвор с его каскадом озер кишиневцы действительно очень любят. Летом, в жару, они буквально бросают свои машины среди деревьев и прыгают в воду на ходу, снимая одежду. Я тоже сразу пошел на пляж, чтобы со спасательной вышки осмотреть всю зону отдыха. Вид четкий. Красивые люди, водная гладь, леса и острова. Даже можно за кабинкой для переодевания подсмотреть, но я не такой. Читал в интернете, что парк строился 50 лет назад как нечто загадочное и таинственное, как место, где дети могут повстречать вымышленных персонажей из своих детских книжек. Здесь был остров сказок, замки, избушки и даже дракон. Сейчас остров сказок зарос мощными деревьями, через которые сложно что-то разглядеть. Видимо, из всех персонажей победил леший или кто там у них в лесу главный. С дрона неплохо видны остатки крепости, хорошо сохранилась и пасть дракона. Раньше она была связана с сушей паромом, а сейчас с остатков причала любят нырять отдыхающие. Правда, не все выныривают, так что лучше так не делайте. Если вам, как и мне, обидно за потерянный детский городок, не торопитесь винить капиталистов. Остров закрыли еще в 1980 году. С другой стороны, сейчас здесь тоже что-то меняется. Вот вам несколько футбольных полей. Мало? Получите целый стадион для пляжного футбола. Парк Лайзвор – это одна большая зона пикников, где проходят бесконечные соревнования, у кого на покрывале веселее. И кажется, я нашел победителей. Во время съемок, правда, было место еще веселее, но пока мы готовили выпуск, его закрыли и увезли в неизвестном направлении. Возможно, даже из-за гражданской позиции этой милой бабушки. Туалет провели они канализацию прямо в озеро. И в озеро это все сливается. Вместе с баром прикрыли и тему с катамаранами, хотя это было очень даже прикольным развлечением. За их отсутствием главным видом водного спорта на озере стала рыбалка. Правда, рыбаки пока проигрывают рыбе. Тратишь по 500-600 лена, своей нету. Опа, ой-ой-ой, сейчас оно плывет. Да нет, я... И не жалко, да? А, все равно отпускаешь, да? Дарел с этой информацией обалдел и даже набрал в рыбнадзор. Переверни телефон, антенны вверх, плохо ловит. Сейчас вы видите некогда очень престижный ресторан. С видом на озеро и бокалом хорошего вина здесь наверняка было очень уютно. Но сейчас это заброшенное здание подходит только для одного. Правильно, для того, чтобы оставить тут капсулу с деньгами. Так, ребята, наша капсула с деньжишками для вас будет заложена в старом разрушенном, закрытом очень давно, но все еще культовом месте ресторане Лайзвор. Я ее помещаю прямо в дверь ресторана. Сориентирую по карте. Вот прекрасные Скулянские озера, острова, два пляжа и ресторан Лайзвор.
Немного приближу и обведу нужный вход в здание. Место не очень чистое, берите с собой перчатки. Если с одной стороны озера шумные посиделки на покрывалах под присмотром мопедной полиции, то с другой все спокойнее. Мамы скучающе ждут, когда их дети наиграются на площадках, люди скромно гуляют по аллее и отдыхают на лавочках. Не обходится и без селфи для соцсетей. В парке Лайзвор на расхват для этих целей подвесной мост длиной почти в 70 метров. Если искали, но не нашли нашу капсулу с деньгами, то не расстраивайтесь. На это есть ряд причин. Во-первых, в ходе ее поисков вы посетили классное место. Во-вторых, подписавшись на Зургалейбл во всех соцсетях, в следующий раз вы первыми узнаете о новой локации. Ну а в-третьих, комментируйте и распространяйте этот ролик. Так вы сделаете для страны доброе дело, и если повезет, тоже получите денежный приз. Все подробности в описании ролика. Пока, ребята!